Здравствуйте, меня зовут Алёша Краснов, и я хотел бы сказать, что вот в этой комнате, в которой я нахожусь, лично я провел около 3 лет. Это три празднования Нового года. И я снимаю это видео, чтобы через некоторое время, когда я стану хуже и черствее, я смог вспомнить, что я жил и был рад этому. Короче, пойдем дальше смотреть по комнатам. Ибо сегодня последний день, когда я имею честь присутствовать здесь. Я сегодня насрал в зале только в честь того, что я владелец квартиры и могу делать, что захочу. Это квартира, комната барабанщика Евгения, моего веселого друга и коллеги. Также в квартире сегодня присутствует гадкий енот, также известный как ботинок. Ботинок, хуйня. И молодая пьяная леди. У нее сегодня день рождения, подарки, вот у нее всякие. Она не встает, потому что ее не держат ноги. Дерьмо. Это кухня, в которой я имел честь присутствовать продолжительностью около 3 лет и готовить себе, не только себе, питание, продукты пропитания. Это вот с нашей презентацией или концерта такая штука. Ну что можно сказать? Сегодня я забираю свой любимый цветок, который я растил с 7 класса. Урока биологии и мои петиции. Очки неплохие, кстати. Очки неплохие. А это чьи, я думал, это твои? Нет. А, ну значит твои теперь. Ладно, круто. Так, здесь была у нас ванна. Веселая ванна. Веселая. Где можно было проводить время с любимой женщиной, когда она была здесь. Ну этого ты не делал, потому что ее не было. А между прочим, в моем возрасте, в нашем Сане возрасте, люди уже женятся и заводят детей. Ну, так, процитируем великого человека, да. Володю Одинцова. Володю Одинцова. Пора уже встать с колен и не начать. А как? Чтобы иметь детей, нужно встать на ноги. А этого никогда не будет. Подожди. Чтобы... Где я говорю про женитьбу вчера? А, типа, Паш, ты когда... Да я собираюсь жениться. Ну, чтобы жениться... А, блядь, нет. А, жениться и заводить детей. Ну, да. Чтобы жениться и заводить детей, нужно сначала встать на ноги. Но этого никогда не будет. Ну, вот, как-то так. Ну, ладно. Да будет. Короче, начинаем новую жизнь в Питере. В сраку этот гребаный Красноярск. Пошел ты нахуй, Красноярск. Подвыпишь, Шерлок. Пошел ты нахуй, Красноярск. Пошел ты в жопу. Кстати, если это увидит видео моя мама, то я ни разу не сматерился. Это все я, правда. Саня. Я даже выписал то, что... Но его никто не знает, поэтому его нельзя обвинить. Ну ладно. Дон Хуан Гандон. Д'Артаньян Буга, Буга, Буга. До свидания. Это был Алёша из квартиры в Красноярске. До свидания.